Всем привет, ребята, с вами я поиграю в новый бенди, надеюсь, не запостал. Такая игрушка новая вышла. Надеюсь, вы знаете. Я сразу с телефона записывал. А звук с компа. Пойдем уже. Будем играть. Я тут немножко поиграл до лифта, добрался какого-то. Вот, смотрите. Сейчас. Как обычно всегда. Извините. Вот эти штуки. Что, калькулятор открылся? Даже нормально посмотреть. Стучится. О, уничтожить? Нет, не знаю, это не уничтожить. Уже загрузится. Так, 1873 года. Там пончик, Энди анимирует его. There you go, little guy. And only 800 more frames to go. No way I'm getting through tonight without some coffee. Probably some downstairs. Я знаю секретную концовку. For a little adventure. Для маленького путешествия. Ага, конечно. Там есть. Да. Вот так. Ой. А что? Я не испугался. Нормально, мышка, двигайся. О, фа. Дай. Вот. Нет, по-моему, я хочу. Вот. Ладно. Пусть так будет. Все равно. Так, дверь. Дверь. Тут есть. Нет, ничего нет. Really? Good thing I brought my own key today. Нужно найти офисный ключ. Он там. Вижу. Who put this here? Я поставил это здесь. А, я извините, Бенди. Так, как мы как мы могли забыть? О, здесь ключ. Я, конечно, не очень с ним сверяюсь, но близко, но я нормально так пробую. Так, тут что-то сигнализация. Ты меня не напугаешь. Not the most welcoming hallway I've ever seen. Что, блин? Yes. Как всегда, все двери. Hello? Is someone there? Нет, тут не помогает. Почему эта штука двигалась? О, лифт.
Вот, да, если до сюда доходил. Сейчас мы дошли до него. Там уж приедет. Что тут чувак будет? Так, ну какой? А. Римские цифры. Нормально, нельзя было поставить. Didn't mean to frighten you. You're working late tonight. A pretty girl like you shouldn't be wandering around all by yourself. Mind if I step in? Of course not. Thank you. Audrey, you look like you could use a little. Что мне сказали? А, компания. Так, надеюсь, записывают. Что? So, it's been really nice this past week. Just beautiful. Gorgeous. Gorgeous. Что? Что? What was that? Please tell me we're not trapped in here. Don't you worry, my dear. It's just a little short in this system. Happening a lot this past few days. Don't be afraid. Let's see what we can find. Come along now. Old Wilson will protect you. Старый Wilson покажет тебе. Нет? Ты пока тут разбирайся, пошёл. Ты охренел. А, нужно с ним поговорить. А мы что, тогда не могли? There we are. Just a few more switches to throw. Пойдём за мной. It will be perfectly safe. Безопасно. Джой. Джой Дрив. Обычный человек. Идем. Окей. Ну что, я создал эту компанию? Сон. Бенди Ин. ЗД. Инк. Интересно, у нас ничего нет. А дверь закрыта-то? Нет? Что? Что я-то? Вот, это же та самая чернильная машина. Ага. Да! Нужно найти вот эту гайку. Вот эту штуку. Да, я помню. Так, вот это мы не можем взять? Почему мы не можем? Да? Давайте даем что-нибудь. За иллюзия жизни. О, а чё я не могу? Нам сначала что ли вот эту взять, это найти штуку. О, щит. Так, здесь ничего нет, абсолютно. Так где? Что теперь нам делать? Я что, понимаю, что искать? Ну где? Вещи я уже нашел. Это и где-то еще там. Вон там еще.
Что тебе надо? А. Looks like something messing with the exhibits. There should be something on each of these pedestals. Audrey. Do an old man a favor and go find them. I'll tend to the power. Нет, мне не говорит. Давай. Все, я знаю, я тут профессионал. Я это на все свои 5 пальцев знаю. Так, давай. Угу. Тут даже легче ищется, чем в первой части. Так, вот сюда музычку. Сейчас посылька придем. Так. Ага. Точно, тут книга уже какая-то еще, да? Вот это. Так, это тоже. Так, это. Один вещи, блядь, в одну руку. Ну, чай не прольем. Не прольем чернила. Так, вот книжечка. Шестеренку мы еще не нашли. Так, вот это. Так, игрушка этого Бенди. Вот это? А, нет. Это другой. Я же забыл его имя. Вот. Так, осталась еще вроде одна. А еще один объект вроде остался. И я не знаю, где он. Где эта шестеренка? Шестереночка. Где? Ну что ли в каком-то механизме? Нет. Что такое? Так, может быть, здесь что-то есть? It is done. Wilson? Oh, Audrey. The things you've set in motion. Что происходит? Мы сейчас сдохнем. Он с ума сошел. Здравствуйте, приехали, блин.
Audrey. What's happened to you? И что здесь надо делать? Что за музыкальная коробка? Что за? Ты что, блядь, издеваешься? Включаем. Что, дай мягкий знак. Опять. Что за? Thank you.
25. Drink too much of that if I were you. It helps patch you up, but the aftertaste, it's not so good. Easy now, I'm not gonna hurt you. It looked like you needed some help. Don't touch me. What are you? What is this horrible place? Yeah, I remember my first day down here. Ладно, ребята. Всем пока и удачи.